Ташкент Open является самым большим турниром. Каждая девочка в этом году запомнила этот турнир настолько, чтобы не так, как везде. Ташкент Open is the first tournament WTA for me. Приятная атмосфера, хорошие люди, которые стараются проводить турнир. Начало пути к моей мечте. Очень-очень приятно, что вы возвращаетесь на этот турнир. Одна из самых лучших теннисных вечеринок за этот год. Это считается одним из нескольких соревнований, где ты выступаешь от имени своей страны. Каждый делал то, что должен был. Все отдавались на все 100%. Успех в сплоченности, в любви и гармонии. Самый драматичный. На все матчи были. Мы попали в плей-офф мировой группы. Мы действительно являемся сильнейшей командой в Азии, которая пойдет дальше. Очень много новшеств. Это было на высшем уровне. Сотрудничество с Олимпийским комитетом Японии и Олимпийским комитетом Узбекистана нам удалось получить такого рода мастер-класс. Успех нашей команды в том, что мы смогли сплотиться. Молодые проявили себя. Молодцы, показали, что они на голову выше всех. Каждый успех в любом нашем деле в теннисе будет влиять очень хорошо на развитие детского, массового и вообще профессионального тенниса в республике. Мы презентовали свою программу DTI. Это направление развития детского массового спорта тенниса в республике, по также привлечение детей из школ. Это большой шаг. Спасибо, что государство, президент вкладывает именно в спорт, для развития спорта. Это очень важно, особенно для маленьких детей. Для них будет это сильный стимул, чтобы выступать в чемпионатах, выигрывать и достигать вершин. Ребята, вы должны быть все хорошей командой, хорошо? Ну, это вообще замечательное событие для наших бухарских маленьких политиков, потому что это впервые мастер-класс проводится с большими, великими теннисистами Узбекистана. Ножками, ножками, ножками! Чемпион! Поздравляю вас с открытием, желаю вам всего самого наилучшего, успехов. Набрались смелости и с нашей большой дружной командой смогли сделать и создать клуб. Больше, чем теннис! Драйв – это эмоции, это позитив, это смех, это соперничество, ну и самое главное – это дружба. Больше, чем теннис. Это первый любительский клуб в Узбекистане. То, что мы развиваем любительский теннис у нас в республике, он дает плоды, что вас действительно очень много. На бои, Хорезм, Карши, Бухар. Не было такого в теннисе. Получается больше чем теннис. Да. Больше, чем. Больше, чем теннис. Наша идея развития наши областные федерации. Мы, наверное, полюбили Наваи, потому что вы такие да. Классные, да. Мы привезли для вас инвентарь в подарок. Спортивный туризм. Мы хотим, чтобы за счет спортивных соревнований нашу страну посещали как можно больше туристов, видели, насколько богат, красив наш Узбекистан.
Спорт поможет этим детям в жизни. Очень-очень сильно благодарны за то, что они есть.